1 200 000 рублей задолжали жители области за газ. Ресурсоснабжающие организации пошли на крайние меры и отключили злостных неплательщиков от голубого топлива. Газовики и судебные приставы в рейд отправились рано утром. Виталию Портнову тоже было не до сна. Этаж затопил. Правдами и неправдами судебные приставы пытаются попасть в квартиры. Повод пойти так рано в гости – большие многолетние долги за газ. По этому адресу это третий визит и последний. Голубое топливо в квартире отключили. Евгений не платил 3 года, долго набежало на 25 тысяч рублей. Получилось, но не было работы. Что я теперь сделаю? Помимо долга придется заплатить госпошлину за судебные издержки, отключение и подключение газа. Направляемся дальше, но тут, видимо, таким гостям не рады. Дверь не открыли, хотя окна в квартире настежь. По другому адресу уже в частном секторе нас встретила лишь соседская собака. Продолжаем маршрут. Впереди еще 7 домов. Застали врасплох, да еще и с раннего утра. Здесь та же участь. Долг у Сергея 37 тысяч. Причина, как он объясняет, черная полоса в жизни. Почему не оплата? Поясните. Почему? А потому что черная полоса у человека. От нее никто не застрахован. Вы сегодня работаете, а завтра вас работу выкинут за ваши все хорошие действия. Подобных должников в Похвистневском районе больше 300, и каждый из них останется без газа. У кого-то действительно нет возможности оплатить, но таким абонентам, когда направляются уведомления, им разъясняется, что вы можете прийти в Горгаз, свою ситуацию пояснить и попросить заключить соглашение, либо так просто как-то рассрочить вам долг, да. Кто-то категорически игнорирует. Всего по области таких злостных неплательщиков за этот год больше 5 тысяч. Общая сумма долга 1 200 000 рублей. На эти средства можно было бы заменить газопроводы или провести новые туда, где их еще нет. Виталий Портнов, Александр Ерофеев, Новости губернии, Похвистневский район.